В регионе действует программа поддержки молодых специалистов «Социальная ипотека» для врачей, ученых, педагогов. 13 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил сертификаты на социальную ипотеку 14 воспитателям. В их число вошли двое педагогов из детских садов Одинцовского городского округа. Всего в 2021 году сертификаты на социальную ипотеку в Московской области получат 40 воспитателей детских садов.